Так, ребят, откуда призваны? Ну что, стесняйтесь? С Донецка. С Донецка самого? Да, с Донецка, а именно с Петровки. А, с Петровки? Так у вас там... Ну, у нас как бы так, да. Бомбят, короче. А Петровка на трудяге вы живете? Да? Да, 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 да. Слушайте, ну вы здесь воюете, получается, а они там... Ну, послали так. Да? Да, а сколько уже? Ну, это уже пошел уже... Ну, третий месяц. Третий месяц, да? А где были до этого? Тут. Все время на Марике, да? А вы? То же самое. Да? А когда сказали конец, что как? Ничего не говорили. Слушайте, это вот все люди, да? Да ладно, ладно, не стесняйтесь. Господи, боже мой. Вот. А что сказали, вы с трех линейками там туда-сюда? Уже убрали. А? Уже убрали. Убрали. А были с трех линейками? Я, во-первых, не видел. Я видел, но ничего. Ну, как бы так. Сейчас по факту все. Да? Не, отлично, сейчас спрошу. А вы откуда? Горловки. Город Горловка. Ага. Приходьковец? Ну да, типа что-то этого. Да? А что, сколько уже? Вы в одном подразделении? Ну, мы третья рота. Ну, а чем занимаетесь? На Ильича были. Воюем. Чем мы можем заниматься? А с Горловки откуда? Там с Гагарина, с Зайцева, с Майорска? Поселок Кондратьевка, недалеко от Углегорска. А, это, ну да, Горловка, она такая по размеру, она больше, чем Донецк, если так. Да. Слушайте, что самое трудное было? Да, ну как бы поначалу обвыкнуться. А так все надо. Ну как вот поначалу? Что, то есть, вы чем занимаетесь на гражданке? Шахтер, железнодорожник. Понятно. Так вы старше меня уже. Макеевка, шахта Холодная Балтика. У вас Горняцкий район, а напротив Центральный городской. Ну, я сын Холодной Балки, у нас Горняцкий район. Ну хорошо, ладно. Холодная Балка, это же... Макеевка. Черемушки. Хорошо, ладно, ладно, ладно. Ясно. Вот они, орлы. Орлы натуральные. Ну а что, не орлы, что ли? Орлы, я считаю. Ладно. Давайте, а где, что, машина будет? Здесь старше меня нет никого. А вы какого года? 82-го? 53-го. Ладно. Да, серьезно. А что вас взяли-то? Вы уже это самое. Я был маляр, кадровый офицер. А что заканчивали? Якутская война. Вы, а какой, СДшник, АОшник? Нет, я... РЭО? СДшник. А, самолет и двигатель. Да, да, самолет и двигатель. Ну вы ИАС служили, в службу ИАС? В полку или в ТЧ служили? Вначале в полку, потом в ТЧ. А где служили? В Вологде, 18. Кипелово. Кипелово, это же дальники. Да. Да? Ту-142. Ту-22М? Ту-142. Да? Там единственный полк. А закончили как, в каком звании? Лейтенант, как положено. Нет, закончили в свою службу. Да, службу майором. Майором? Да. Это начальник ТЭЧ или начальник службы АС? Нет, ну я в последнее время по здоровью был переведен в военкомат, там получил звание майора. Понятно. Как вас зовут? Олег. Олег, трудно руководить людьми? Ну, как, люди понимают. Вначале тяжело, потом легче. Свыкаются, все нормально. Ребята, вам повезло, у вас целый майор это самое... Подполковник уже? Еще не дали, дадут. Дадут, дадут. Еще не дали, еще не дали. Ладно, ребят, счастливо вам. Счастливо. Счастливо.